Всем привет от Русньюс. Буквально через несколько минут должны начаться протесты. Мы видим конец рабочего дня. Администрация и ее работники прекратили работу, пытаются быстро уйти. Приехала машина с хлоркой, снова протравливает площадь детей и взрослых. Чуть-чуть народу прибавляется, все рассредоточены. ОМОНа за углом не видел. Много полиции, много людей в штатском. У нас будет трансляция. Не забудьте подписаться. Русньюс для вас в Хабаровске.